Зареченские школьники отрабатывают броски из-под кольца. Это не простой урок физкультуры, а полноценная тренировка сборной юношей 225-й школы по баскетболу. Они сейчас в хорошей форме, что и показали на региональном финале чемпионата школьной баскетбольной лиги КС-баскет сезона 2023-2024. На паркете спортивного центра «Юность» встретились лучшие сборные области, победители дивизиональных этапов, команды из Сердобска, Каменки, Вадинска, Кузнецка, Пензы и Заречного. Отборочные матчи проходили среди победителей дивизиональных этапов. Их было всего 7 команд, у юношей и у девушек. Парни наши обыграли Сердобск, Вадинск и вышли на команду из Пензы. Ну, проиграли Кузнецку, а Кузнецк в итоге стал победителем. Команды девушек и юношей из Кузнецка уже второй год неоспоримые фавориты школьной баскетбольной лиги КС-баскет. Зареченским же баскетболистам не удавалось стать призерами турнира несколько лет. Наши спортсмены связывают это с тем, что еще не выработали нужных навыков. Мало опыта, и соперники все-таки были намного сильнее. То есть вот первое место занял Кузнецк, он и в том году первое место занимал, и в этом году первое место занял. То есть, ну, не такой сильный состав, но все равно в том году мы показали хуже результат, чем в этом. Поэтому в следующем году мы планируем еще лучше показывать результаты. Ну, вообще было тяжело, но мы справились. Вот последнюю игру в 3 очка еле-еле как забрали, но все-таки выиграли. По итогам состязаний зареченская команда юношей из 225-й школы завоевала бронзу финала регионального этапа школьной баскетбольной лиги КС-баскет. Спортсменам вручили медали и комплекты баскетбольной формы. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».